В рамках проекта «Безопасные дороги» депутаты-единороссы пообщались с подрядчиками и проконтролировали качество и объем выполненных ремонтных работ на участке вокзальной улицы в Одинцове. Для этого в произвольно выбранном месте был вырезан образец асфальтового покрытия «Керн». 5 сантиметров у нас должно быть, да. Здесь вот идет старый слой. Ну, видно, да, вот он, новый асфальт, да? Разрез. Ну, вот здесь вот 6. Почти 6. 5,8 сантиметров. Ну, да. Ну, больше можно, меньше нельзя. В качестве асфальтобетонного покрытия подрядчик уверен, вместо традиционных 2 лет гарантийный срок на эту дорогу увеличен в 3 раза. Это очень амбициозная задача. 6 лет ремонта дорог, при том, что наш климат очень суровый считается, потому что огромное количество циклов замораживания, оттаивания. И, конечно, достигается только качеством асфальтобетонной смеси. Будем надеяться, что подрядчик понимает, взятый на себе обязательства и выполнит их. Часть вокзальной улицы была отремонтирована в прошлом году. В этот раз по обращениям жителей провели ремонт оставшейся части дороги. Более 700 погонных метров. Это свыше 5000 квадратных метров дорожного полотна. Также подрядчики уложили бордюрный камень. Уже работы, по сути, готовы к сдаче, поэтому вот мы сегодня приехали, уже туда же вот трафик пошел. Осталось только нанести дорожную разметку, и можно будет открывать движение. Всего в этом году в округе планируется заменить около 300 тысяч квадратных метров асфальта более чем на 60 участках. Это порядка 50 километров дорог. Работы проводятся по обращениям граждан, экспертным заключениям, по итогам голосования на доброделе. Сейчас на портале идет голосование на следующий год. Мне бы хотелось призвать именно наших жителей голосовать на портале «Добродел». И чем больше будет голосов, тем мы больше получим бюджетных средств для того, чтобы наши дороги каждый год обновлялись. Я поэтому вас всех призываю голосовать. Сейчас это новое такое требование, и нужно смелее голосовать за наши дороги городского округа. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцово».